Добрый день. Пришли снова в парк наш Дельфин. Посмотреть, какие тут новшества. Вот стены куда полезно. Лед сошел полностью. Наверное, внизу вниз спустился. Сегодня вот дорожку заасфальтировали вокруг. Хорошая дорожка, гладенькая. Поставили балки. Вместо лавочек. Сверху будут делать из них мостки для прохода людей. Народу сегодня понашло, по асфальту уже гоняют на великах, на скейте, на самокатах. Уже несколько лупов расшибленных было, так что жизнь еще. Зима, ну что тебе интересно? Вчера был лед. Преображается. Сегодня уже льда нет. И вон уточки. Две плавают. Мало что. Так что смотрите следующих видео про преображение парка. Все, пока.